Привет, с вами Роллинг Мото. Решил кататься в эндуро? Тогда этот обзор точно для тебя. Представляем вашему вниманию эндуро мотоцикл GR8 2T Pro 2022 модельного года. Давайте я уже наконец все расскажу и покажу, а вы усаживайтесь поудобнее, заваривайте чашечку любимого напитка и погнали! Итак, по классике начнем с сердца мотоцикла. На GR8 Enduro Pro базируется одноцилиндровый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением Lanchin MT250, рабочим объемом 224 кубических сантиметра и мощностью 37 лошадиных сил. Такой мотор является лицензионным аналогом известного мотора Yamaha DT230 Lanza с шестиступенчатой трансмиссией. Кстати, переключать которую вы будете усиленным алюминиевым рычагом CNC. Двигатель защищен пластиковой защитой с завода. Мощностной клапан данного двухтактного двигателя позволит использовать мотоцикл в полном диапазоне оборотов и обеспечит адекватную и надежную работу мотора как в полный газ, так и при спокойной езде. Запустить двигатель этой ракеты можно как с электростартера, так и с кикстартера, с которым, кстати, справится даже ребенок. За отвод тепла отвечают радиаторы водяного охлаждения с вентилятором, которые защищены алюминиевым CNC протектором. Мало того, что это полезно, так еще и выглядит офигенско. От попаданий пыли и грязи в мотор защищает воздушный фильтр с чехлом, который идет в комплекте. Фильтр-бокс, как и на предыдущих моделях, спрятан за боковым левым пластиком. Топливо в такой внушительный двигатель подает карбюратор SZC с 37-м диффузором и увеличенным впускным коллектором с вакуумной камерой. Все вместе это подарило мотоциклу прирост мощности и стабильную работу двигателя. Бензобак емкостью 11 литров выполнен из прочного пластика. Также жирнющего лайка заслуживает и подвеска мотоцикла за мягкие, полностью регулируемые амортизаторы SZC. Передняя вилка 940 мм с закрытым картриджем отлично справляется со своей задачей. Но не забывайте, что каждую подвеску нужно настраивать под себя. Эта телескопическая передняя подвеска перевернутого типа предназначена для более профессиональной эксплуатации. Именно поэтому она установлена на версию Pro. Что касается траверс прочнее некуда из фрезерованного алюминия, кстати, на них уже установлены петли для строп, крепления мотоцикла или когда вытаскиваете мотоцикл из какой-нибудь западни. Задний моноамортизатор SZC 480 мм с широким диапазоном регулировок, работу которого дополняет прогрессия из фрезерованного алюминия. Не сомневайтесь, этот мотоцикл готов выдержать серьезные испытания. Перейдем к колесам. Передняя 21 дюйм, задняя 18 дюймов. Это стандартные размеры для эндуро. Колеса собраны на прочных алюминиевых ободах GLM на усиленных спицах из нержавеющей стали и фрезерованных ступицах. Буксаторы на переднем и заднем колесах не дадут покрышкам провернуться. Покрышки CST для мягких грунтов, так что если соберешься катать в горы, не забудь заехать к нам в Роллинг Мото за резиной помягче. Размеры покрышек 80-100 спереди, 110-90 сзади. Ну что, погнали, рассмотрим и тормозную систему. Останавливает этого демона проверенная дисковая гидравлика SZC, состоящая из переднего двухпоршневого суппорта и заднего однопоршневого с усиленными колодочками. В движение заднее колесо приводит цепной привод. Ведомая 52-я звезда двухкомпонентная. Основа из алюминия, а зубья из стали. Поэтому такая звезда сочетает в себе облегченный вес и долговечность. На ней расположена сальниковая 520-я оригинальная японская цепь от компании DIT. Рядом присутствует надежная ловушка цепи. Ведущая звезда 11 зубьев, ее, кстати, закрывает перфорированная защита для удобства в обслуживании. Также на обновленном GR8 установлены новые подножки водителя из фрезерованного алюминия с шипами, которые по желанию можно выкрутить. Ну а бонусом идет боковая подножка из фрезерованного алюминия. Поговорим о выхлопной системе. Ну, по выхлопу все понятно, мощнющий двухтактный резонатор с глушителем из алюминия. Ну что ж, а теперь переходим к органам управления. Прочный руль IGP переменного сечения 28 мм в основании и 22 мм по краям. Сделан по технологии Twin Wall. На нем расположены качественные рычаги неломайки 360 бренда IGP. Защищены, кстати, пластиковой защитой от веток и мелких камней.
Обычно такие протекторы не защищают ваши рычаги от более серьезных угроз, поэтому в перспективе рекомендую приобрести армированную защиту. На руле располагается набор лишь самых необходимых функций. Кнопка пуска стопа двигателя и кнопка передней фары. Ничего лишнего. Передняя фара светодиодная и очень яркая. В области рулевого стакана установлен счетчик моточасов. Отдельное внимание необходимо уделить внешнему облику нового ГР. Производитель повесил на него много полезных фрезерованных стильных деталей и обновил цветовую гамму пластика. Теперь новенький двухтактничек выполнен в современной и дерзкой графике. Рама этого мотоцикла сделана из хром-молибденовой стали и обладает матовой фактурой. Кстати, на раме установлена пластиковая защита, которая обезопасит раму от повреждений мотоботами. Прочный монументальный маятник выполнен из алюминия. Что касается сиденья, оно здесь кардинально новое, с измененной и более удобной формой. Оно выполнено из нескользящего материала с полосами антискольжения. Такой вот зверюга стоит в наших мотосалонах Rolling Moto по всей стране и ждет своего хозяина, который сможет его приручить. Он подойдет не только для любителей эндуро, но и для тех, кто любит погорячее, а именно для хард-эндуро. На этом наш ролик подошел к концу. Спасибо, что досмотрел его до конца. Делись, конечно же, этим видео с друзьями и ставь лайк. Ну а с вами был Кирилл. Пока!